В Петербурге Владимир Путин продемонстрировал не только знание иностранных языков, но и вокальные данные. Премьер принял участие в благотворительном концерте, проводившемся в помощь детям с онкологическими заболеваниями. Премьер-министр вышел к микрофону и, ко всеобщему удивлению, под аккомпанемент джазовых музыкантов спел на английском. На бис премьер сыграл на рояле фрагмент хорошо известной россиянам песни.